В этот дивный день трудно скрыть свои чувства. Вперед, вперед! Конечно, родители в первую очередь ответственны за благополучие детей. С этим вряд ли поспоришь. Но и общество в целом не может оставаться в стороне. Каждый из нас обязан сделать все от нас зависящее, чтобы из сегодняшних мальчиков и девочек выросли здоровые и достойные граждане великой страны. К этой цели направлены усилия школы, социальных служб. Видишь минивэн, красный справа. Который? Точно. Дальность. 750-760 метров. Сегодня с вами. Иногда я спрашиваю тебя, что может сделать один человек, не облаченный властью? Я найду его. Взорви минивэн. Уходите! Уходите все назад! Не подходите к машине! Спокойно!